Окей, ребятки, привет, я Дима, A King's Tale Final Fantasy 15 на ваших экранах, это пробег, игра на Xbox One, но у меня сейчас установлена, и игра про то, как король рассказывает молодому юному Промпту о своих приключениях 30-летней давности. То есть, по сути, это, как и гласит название, история короля, то есть королевская история. Здесь есть Dream Battles, я не знаю, что это такое пока что. Я не пробовал также Story Mode, но то, что я видел, мне понравилось. Однако игра полностью на английском, поэтому проходить я ее не буду, но посоветовать вам могу. Play and enjoy the story with limited chance to... Давай, ладно, нормально. Insomnia Royal Chambers. Отец для сына. Регис, да, король Регис. Справа, слева Prompt. So, which fairy tale shall I read tonight? Типа, какую сказку тебе рассказать сейчас? Какую историю? Я, типа, слышал все до одной в этой книжке, пап. Как насчет какой-нибудь оригинальной истории? Лучше, типа, какую-нибудь историю про тебя. Отличный мой английский, но хоть что-то я пытаюсь до вас донести. Да, хоть что-то. Короче говоря, она вот такая пиксельная, эта игрушка, неспроста. Это beat'em up, вроде как, насколько я понял. И он тоже в пиксельном стиле. Человек действия. Вот он, видишь? Это типа батя. Как старые дэндиские игрушки. Херак, херак. Значит, у меня есть атака на X, на Y. Вверх подбрасывать, наверное, на B. И на A у меня кувырок. На остальные кнопки пока что у меня ничего нету. Только левым стиком двигаюсь, еще ко всему прочему. Ладно. Ага, we under attack. Ага, ну, в общем, весь сюжет будет подаваться именно так, как история. Чисто как сказка сыну. Катюм! Ну и началось, ребят. Что за херня, блин? Ага, спасибо большое, что ты меня обучаешь всему этому. Я как бы уже все понял и так. Отлично, реально, игрушки, как вот старые, там, Street Fighter и прочее. Опа, охренел, брат. Лови! Strong Slash. Master Ronin will block quick slashes and shield bashes. Короче, Master Ronin блокирует быстрые удары и вот эти вот shield bash на B. Вы можете типа пробить его защиту Y-ком. Вот, и после этого типа выносить его начинает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо, можно было и не получать урона вовсе. Слушай, а бодро, очень бодро. Комбинации, но пока что стандартные. Power Slash XXX, Heavy Strike YYY и Циклон BBBBB. Окей. Ух. Ух. Так, хорошо. Пока что очень мощная комба, это XXX, кстати. Жесть. Хорошо. Невероятно. Как эти монстры пробили оборону моего королевства. Так, ну как раз вот доджить атаки нас учит резко вдруг. Слушай, очень бодро. Я в натуре, знаешь что? Я, наверное... Я хочу скачать себе сейчас эмулятор на Денди, поставить черепашек ниндзя и проходить их. Потому что вот это биты мапы. На самом деле можно просто проходить именно вот этот. О, атака с воздуха была сейчас только что. Ловись, рыбка большая. Опа, задожили.
Хорошо. Ух. Это атака щитом прикольная очень. Пока что больше ничего не доступно. Полетели вперед. Я еще коту. А, бомбы отбивать могу, да? Да. Лови! А могу я бомбу отбить в них прям? Она взорвется. Смотри. Херак. Херак. Класс, дичайший. Чувствуете увлеченность? Хорошо, самая лучшая тактика для них получается — это остановка игреком, а потом добивание. Отлично. Drastic Times. Drastic Times, не знаю, что такое. Погнали дальше. Внутри чувствую себя как за каким-нибудь Дэнди. Блин, я бы просто дико кайфовал. А, вот что это за тема. Взрывайся, на! Отлично. Воу! Короче, ты поднимаешь их в воздух, типа, и бьешь. Класс. Это действительно классно. Раз, два. Во, и сверху вниз. Офигенно. Выглядит круто. Короче, чтобы бомбочки были мощные, нужно по ним пару раз ударить, и тогда они вырастают. И сейчас демоны еще. Я, говорит, никогда не видел их днем, чтобы они выходили днем на улицу. Ты ударил. Ударил такие. О, нифига себе, вы видели? Он, короче... Если ты далеко от своей цели, потом наводишься на нее вот так вот, да, чтобы выделилась эта цель, нажимаешь атаку. И он, собственно, как Final Fantasy летит на мече к нему. К этой цели. До свидания, Shield Bash. Can counter slash. Ага, контратаку могут использовать. Ну-ка. А-а-а. Короче, нет, не контратаку они могут использовать, а щит ставить, блокировать твои удары, короче говоря. И тогда ты можешь ударом щита их выносить. Вот сука. А знаешь что, пальцы-то от этого дико устают вообще-то. Сука, раздражаешь, падла. Ну-ка, подъем. Блок щита. Смотри, как пробивает. Паскуда, а? Отлично. Если вы думаете, что я какие-то осознанные действия делаю пальцем, то вы глубоко ошибаетесь и заблуждаетесь. Так, давай-ка, знаешь как? Раз, два, три. Взрывайся. Ай, красавчик вообще. Можно комбу делать щитом, и тогда они падают вообще. Красота, и подхилялись. Так, ты тоже вставай, давай. Слышишь, я тебя щитом бахнул.
как элегантно получается, когда противник отлетает назад, а ты... А ты подлетаешь к нему на атаке своей с расстояния. Надо запоминать каждого противника, потому что, допустим, для ронинов атаки щитом практически ну, бесполезны, короче. Свидание. Раз, раз, два, три, и понеслась жара. Хорош, ты умри уже. Ты умри ты уже. Сука. Вот так. Фух. Эти скелеты очень мощные. Я хочу дойти до босса, хочу посмотреть, какими тут будут боссы. Отец, а у тебя была какая-нибудь магия? Я говорит, чего? Ага, ясно. Короче, вот она, магия. И она действительно есть и замораживает противников на ура. Да, свидос. Фух. Очень больно моему пальцу. Очень больно моему пальцу. Когда в воздухе противник, его нельзя бить щитом. Урона не наносишь. Вот, единственное, знаешь, что я не понял? Я не понял. А, за убийство противников, короче, ты получаешь ману. Окей. Некоторые вещи могут замедлять, да? Или что он сказал? Пойдите сюда, пойдите. Ну, допустим, вот эта магия, она замедляет их. Да хорош ты, ну уже умри. Хоть бей этих скелетов нон-стопом, только щитом. Но это обычные, они не страшны. А вот это вот только треугольником. Так, а вон она, мана, по-моему, да, вот лежит слева. Не за убийство противника. Ну да, за убийство противника выпадает, собственно, мана. A friend in need. Окей, с новым уровнем... Ух ты, здравствуйте. С новым уровнем восполняется все вообще. Я, говорит, нашел себя в западне, да? Или что? Ставим, ставим, знаю, да? Ставись. А, как хорошо. Ништяк вообще, по-моему. Ловись. Ловись ты тоже. Ух, с них маны выпадает. А, некоторые, короче, только... Только определенным уроном... А, все понял. Некоторые, короче, получают урон только от определенной... стихии, получается. Допустим, вот эти вот ребята получают урон только ото льда, да?
Так, я по вам соскучился, скелетики. Ух, красиво. Ну какие немедленные, блядь, там. Давай, короче. Давай дальше. Мана нужна. When to give up. Ла-ла-ла-ла-ла. Вескам. Кто такой? Понятно, это было круто. Можем его брать. Ага, подожди. Призывать Вескама — это Y плюс B, да? Очень странненько. Очень странно, но он потом королевским оружием еще вынес их. И Вескам, короче, заряжается. Ладно. Ага, и пока он заряжается, можно вот YB вызывать его. Вот еще. Красавчик вообще. Можно так нон-стопом его использовать практически. Так. Давайте, ловите. Жесть. Блин, я ожидал просто, что какой-то крутой прием очень будет. Он типа вроде как такой уникальный какой-то, да? Но бьет он почему-то по одному. Очень хорошо, наверное, на боссах будет пробовать его. До свидания. Так, Армигер доступен. Какой личный Вескам должен быть у всех. Я очень залипаю в игре. Я не знаю, как остановиться. То есть я понимаю, что вот такой геймплей, как бы он до конца будет. Понятия не имею, как остановиться, ребят. Короче, Вескам, ты мне нужен. Что он делает? По скелету херачит. А дальше? А дальше опять в одного только, да? Да, свидос вообще. Фух. А вот и босс, кажется. Айрон... Железный гигант. Хорошо, стой. Стой, брат. Как тебе насчет вот этого? Что-то залип. Да, и пока Вескам пришел, короче, мы уже уничтожили его. Ништяк. А, это не босс нихера, ребят. Это нихера не босс. Походу.
Ты посмотри, что творит. Не босс, потому что его и его раздвоил и кинул мне сейчас на карту. Что делать? Что делать, слышишь? Что ты говоришь? Да блин, ну я же отлетел. Слышишь? Со спины его надо бить, короче. ВСКМ. Все, он убит. Фу, курочек. Чуть было не помер, между прочим. Так, а это что такое? Что за кристалл? А, тот самый кристалл? Это кто был? Кто был в капюшоне? Фу, я не знаю, я залип. Into the wild. Wonder is that blue crystal. Типа, что это был за голубой кристалл? To find out. Мы должны будем выяснить это, наверное. Дальше все остальное только на ваших плечах, ребят. Side by side. Короче, из королевства мы вышли, да? Локации меняются. Вот. Такая вот игрушка. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я нашел ее на Xbox One. На PlayStation 4 я ее вроде как не находил. И на ПК, ну уж тем более, я не видел ее, с учетом того, что как бы и финалки 15 еще пока на ПК нету. Я просто залип там, Switch. На Switch есть вообще Final Fantasy 15? Нету? Вот, без понятия. Короче, вот такую игру я нашел. Вместе с вами поиграл, вместе с вами посмотрел. Буду ли я дальше играть? Ну, время от времени, да, думаю, буду. Я люблю такие темы, поэтому вместе с FIFA и с Watch Dogs 2 буду иногда заходить сюда тоже рубашить. Тем более, что Final Fantasy 15 мне тоже дико вкатило. Вот, в остальном я, короче, пошел. Ух ты, это животное, ты глянь. Дичь вообще. Что творят, а животных этих надо убивать или как? Как думаете? Нет, походу не надо. Они, короче, просто пробегают мимо и все. Да, смотри. Жесть. А, нифига себе, трава еще поджигается, если бомбочки кидануть. Офигеть. Челы, челе буду летать. Хотел с вами прощаться, как это остановить? Как это невозможно остановить вообще? Надо пчел сначала бесануть. То ядрить, пчелы, блин. Это бесконечный процесс. Я не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как я попрощался. Ну да, такая игра. Дичь, что происходит? Сука ты! Я хотел животное достать. Хотел носорога достать. Вернулся! На, собака! О, ништяк! Ого! Их все-таки можно убить, короче говоря.
Фу, теперь ты готовишь, говоришь? Научился, типа, готовить? Ну, мясо пожарил, поел. О, боже. Не понял. Ой-ой. У меня нет маны. Кажется, это жопно. Но у меня в натуре нет маны, ребята. А, вот. Умри, 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 умри. Так, подожди. Давай-ка все вместе. Ай, красавчик, молодец вообще. Это было сложно. Ладно, короче, доиграем эту. Из-за этих слизней теперь кажется, что лучшим решением таки драться со скелетами и прочими ребятами обычными способами, доступными человеку, так скажем, щит, меч, двуручный щит, ой, и двуручный меч. Вот, а дожидая слизней уже тратить ману, потому что на них манса тратится ого-го. А без маны очень трудно их будет убить. Очень долго, я бы сказал. Вот это сейчас как было-то, ё-моё. Хе-хе-хе! Ништяк. Anyone call for... Кто-нибудь позовите механика. Ну, там, как что там за механик? Класс. Я буду играть дальше. С вами прощаюсь, ребят. Дальше круче. Покеда.